Приветствую вас и вам. В принципе, уже сказали мои коллеги, что если вы задавали свой вопрос эзотерикам, то и хотели получить, хотели и хотите получить предсказания, то обратиться вам стоит именно туда. С точки зрения психологии я могу лишь только задать вам такой вот, на мой взгляд, важный вопрос. Значит, вы пишете, любит ли меня мужчина, и будем ли мы вместе, что у него ко мне, вернется он или нет. Скажите, пожалуйста, еще отмазывайте, будет ли у нас совместное будущее. Скажите, пожалуйста, вам это все зачем знать? Зачем знать, что человек вам чувствует? Что вы этим хотите для себя получить? Если вы его любите, если у вас есть проблемы, то вам необходимо в первую очередь взять ответственность именно за, как бы сказать, свою составляющую вот проблем. Если вы понимаете, о чем я говорю, конечно. То есть речь идет о том, чтобы вы приходили к такой мысли, что вот в том, что произошло, то есть ну, вот, в ваших проблемах, несет ответственность оба, и вы в том числе. И если вы с человеком, как я понял, расстались, если вы с человеком поругались, поссорились, то в этом есть и ваша даже не вина, а скорее ответственность. Так вот, нужно понять, что это за ответственность вам и подкорректировать свое поведение, исходя именно из факта наличия этой самой ответственности именно у вас. Понимаете? И скорректировав поведение, вы получите тот самый эффект, который хотите добиться. То есть, что это значит, по сути дела? Это значит, что скорректировав свое поведение, вы покажете мужчине, например, что вы поменялись, допустим. И те изменения, которые у вас есть, которые у вас произошли, мужчина оценит. И если у него есть к вам чувства, он, безусловно, к вам вернется. Вот и все. Но для этого нужна ваша активность с точки зрения, опять же, психологии. Понимаете? С точки зрения психологии нужно, чтобы вы сами взяли на себя ответственность и начали что-то делать. С точки зрения психологии вам необходимо определиться, опять же, со своей мотивацией. Вот какова у вас мотивационная сфера узнать, что человек вам чувствует. Для чего? Исходите ли вы, например, из своих желаний и потребностей? Исходите ли вы, например, из желаний и потребностей человека Ивана, да? И так далее. Но какова ваша направленность? И можете ли вы донести до него свое намерение? Правильно ли он понимает ваше намерение? Правильно ли он понимает то, чего вы хотите? Ведь вполне вероятно, что мужчина просто-напросто не совсем адекватно, не совсем верно понимает то, чего вы желаете. И у него в его воображении, в его сознании
ваш искаженный образ, который не имеет, например, ничего общего с реальным человеком. Вот об этом, обо всем и о том, как скорректировать ваше поведение, чтобы вы все-таки были реальны. И нужно с вами поговорим. Обо всем об этом. Ну, опять же, вопрос, хотите в этом или нет, это уже вам решать, но тем не менее. Хочу обратить внимание еще на то, что у вас потрясающие даты рождения, то есть вы буквально на 4 дня младше этого мужчины, и это довольно большая редкость, что буквально вот разница в 4 дня у вас идут дни рождения. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И, знаете, пару слов хотел бы сказать про будущее. Дело в том, что нет никакого будущего с точки зрения психологии. Есть только то, что вы делаете, и нельзя предсказать будущее, об этом говорят и некоторые эзотерики тоже, что будущее выстраивается каждый день, каждый час, каждым вашим поведением, любым вашим поступком. Поэтому не стоит надеяться на то, что вам как-то вот ваше будущее обязательно расскажет, вы его узнаете, поймете и будете действовать вот только именно так, как машина. На самом деле человек не машина, не робот, и будущее можно предсказать только тому, кто абсолютно механически выстраивает свою жизнь. Но объективно вы, я надеюсь, понимаете, что человек — это совсем не такое существо, и, соответственно, нельзя предсказать будущее тому, кто даже сам не знает, как поступит. Поэтому на предсказание будущего я бы рассчитывал весьма и весьма условно. Тут у вас есть определенные проблемы в отношениях, а это да. Это так, но это работа скорее для психолога, нежели чем для эзотерика. Вот надеюсь, что вы постараетесь для себя в данный момент тоже принять во внимание. И если появится желание разобрать проблемы, то все эксперты нашего сайта, и я в том числе, к вашим услугам. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.